Вот, друзья, шлагбаум у нас, и мы наблюдаем, что сейчас произойдет. Это Санта-Крус, и вот такой нарядный паровозик идет. А нам ходу нет. И времени 8:30. 8:30 вечера, да. Ой, ты какой он в лампочках весь. И пассажиров там немного. То есть, холодно вообще. Да, довольно прохладно сейчас. Тут есть такой прогулочный паровозик, можно сказать, экскурсионный. Не, в закрытых вагончиках сидят люди, вот видишь? Там немножко, да, немножко. А там, где открыто, там, конечно, холодно сидеть. Угу. Очень, что снег даже идет. Он выпускает что-то такое, типа снега. Типа снега. Паровозик сам, да, сам, да, это, да, набрасывает. Да. Да. На дорогу падает. Угу. Слушай, ну явно с ней снежные хлопья. Он, наверное, создает снежинки, сам бросает. Все, друзья, прошел паровозик. Счастливо!